Всем добрый вечер. Выйдут буквально на несколько секундочек в эфир. Все у нас хорошо относительно. Мы сегодня были в бассейне. Ребенок сегодня творил, что хотел. Как, в принципе, большинство детей. Какие-то магнитные бури. У нас на районе, на детской площадочке, вот такие батуты работают. 100 гривен 20 минут. И мы периодически приходим с Виктором Владимировичем. Мама пьет кофе. А ВВ после работы с ребенком. Мама уже вся в кофе, пока снимала, разлила себя. Вот батуты, вон большие батуты, потом здесь вот такие батуты, на которых никто не прыгает. Можно рыбки половить и в тир поиграть. Мы сегодня на больших батутах, кстати, были. Малой понравилось, водолаге она боялась. Но там большие детки, они вообще не понимают, что маленький ребенок, и, в принципе, не должны понимать, поэтому там страшновато. Поэтому вот Аня на больших батутах. Чего? Там классно. Просто... Классно, я же говорю, большие дети. Аня вон в шариках у нас. И папа в шариках. Да, а ну, ВВ, опа, передавай YouTube привет. Привет всем шариками. Напишите, какая цена у вас на батуты, мне интересно, классно. В разных странах. Рядом вот кофемент, небольшой лоток кофе, вот такое капучино 300 мл, 50 гривен, там есть столики, и напротив детская площадка. В принципе, вот все родители пьют кофе, едят хот-доги, отдыхают. Всем хорошего вечера. Давай, что ты думаешь о батутах? Полежать это вообще. Здесь даже поспать можно. О, так это, няня, 150 гривен платишь, ложишься тут, а ребенок сам спишь. Радости помните, дядя.